У Дніпрі стартувала масштабна козацька регата. Такі змагання у нашому місті не проводили більше 10 років. Близько 30 крейсерських вітрильних яхт відправилось від фестивального причалу. Путь тримають аж в Одесу. Саме там за 2 тижні учасники змагань фінішують. Рухатись будуть через 5 областей. Організатори зазначають, у свій час цими річковими шляхами ходили козаки на чолі з Іваном Сірком. На його честь і влаштували регату. Регата выписана таким образом, то есть как регата, то есть в ней есть группы для спортсменов-профессионалов, для спортсменов-любителей и для просто любителей-туристов. То есть для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы максимально популяризовать парусный вид спорта. Мы понимаем, что тяжести нас не обойдут, ни дожди, ни грозы. Все это придется встретить, вот и все. Все к этому готовы. Полюбили один раз парус. И эта любовь не проходит никогда, это на всю жизнь. От седых волос до маленьких. Я занимаюсь парусом почти полвека.